Одна из проблем, которая существует в Саратове, это старые трамваи. Они настолько уже себя выработали, что постоянно с ними что-то происходит. Хорошо без человеческих жертв. Но дальше на это смотреть неправильно. Поэтому считаю необходимым найти решение этому вопросу, учитывая, что, безусловно, надо закупать новые трамваи, но здесь, я надеюсь, и на область, и на город. Надо участвовать в лизинговых проектах. Также хотелось, чтобы наши заявки побеждали. Со своей стороны обратился к мэру Москвы. Для Саратова трамвай многое значит. Он перевозит огромное количество людей. Поэтому нам надо постараться, исходя из того решения, которое принято по передаче нашему городу, порядка 30 подвижных составов, которые стоят из двух вагонов, отобрать лучшие с тем, чтобы использовать в течение хотя бы ближайших нескольких лет, когда мы их заместим новыми уже трамваями. Решение, которое по итогам обсуждения этого вопроса принято, надеюсь, снимет немного остроту проблемы, но это не значит, что вопрос будет решен. Мы дальше будем заниматься этой проблемой, этим вопросом, и на будущий год наряду с обновлением подвижного состава займемся монтированием линии скоростного трамвая, ну и, конечно, перехода на новые технологии и на новый подвижной состав. Спасибо.